Верховный суд России отказался рассматривать апелляционную жалобу крымского политзаключенного Геннадия Афанасьева о пересмотре его приговора, вынесенного ранее судом первой инстанции. Как сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков, данное решение является политическим, поскольку пересмотр этого неудобного дела является невыгодным российским властям. Напомним, Геннадий Афанасьев проходит по делу так называемых крымских террористов. Он и еще трое фигурантов из условной группы Сенцова были признаны виновными в подготовке терактов в Симферополе. Афанасьев ранее был приговорен к 7 годам лишения свободы, поскольку пошел на сделку со следствием и дал признательные показания по делу. Однако затем на заседании суда над Сенцовым и еще одним фигурантом дела Александром Кольченко отозвал свои показания, заявив, что давал их под воздействием пыток, которые применяли к нему сотрудники ФСБ. В связи с этим адвокат Афанасьева и требовал пересмотреть его дело и приговор. На данный момент Афанасьев отбывает наказание в Сыктывкаре, Российской Республики Коми. Его адвокат и мать заявляют о том, что его держат там в невыносимых условиях и опасаются за жизнь политзаключенного.